Алло, пацаны. Как у вас дела? А, мне не интересно, как у вас дела. Надеюсь, меня нормально слышно. Я потому что еще тесты никакие не проводил с этим микрофоном. Ну, с микрофоном и так все ясно, но вот с этой схемой, которая у меня сейчас подключена к камере, это микрофон. С микрофона провод идет в предусилитель, и предусилитель уже в саму камеру. То есть я не смогу, запомните, почему, выйти на улицу с камерой и покомментить вам. Конечно, могу, но качество звука будет просто уебанским. Я уже говорил раньше, но сейчас не об этом. Сейчас о ананасе стрима, не моего, почему. Последнее время меньшинство стримеров пытаются, блядь, какие-то стримы делать ананасные. Причем не по 2 часа, а по 20 часов. 20 часов это копейки. Куда уж друды, кто-то. Ты, блядь, всех не перечислить. Мне очень часто друды там кидают, типа. Мальчишка стримит 24 часа. 24. Что такое 24 часа? Вы вообще понимаете? Даже дитё с роддома больше может просидеть у компьютера в нон-стопе. А тут мужчина 20... Сколько? Хуй знает, сколько ему лет. 25 часов. 24 часа. Сутки. Да, это вы что? Считаете же... Это как-то, блядь, повлияет на моё сердце? Нет, пацаны. Я удивлюсь? Нет, пацаны. Инсульт в мозг? Нет, пацаны. Тупо просто таким мертвым взглядом я взгляну на это все и все.